Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, Виктор и заливчик на Енисей. Ну и как всегда, с вами канал «Это не диалоги о рыбалке». Попробуем сегодня еще что-нибудь поищем. Может, где-то что-то клюнет. Может и нет. Вода упала, но еще недостаточно. Это, кстати, тот залив, в котором кипела рыба. Сейчас проехались по нему. Остался только малек, остальное все, видать, вышло. Щуки не видать. Витек у нас уже вытянул. Нельзя. Было несколько поклевок, так что будем искать. Пробивать тут. Что, засасывает? Говорю, под залавочком. Тут такой? Есть. Прячется. От кого? От течения. Там вон, видишь, свал будет. Надо за него кинуть. Мель пошла. Вон, кидай туда под свал. Это за течение? Не успеваешь течение протаскивать. Блин. Это наши изи плавятся, я думаю, что такое. Должны другие заплавить. Сегодня я тебя пока опережаю на одного изя-то. Сегодня я тебя опережаю на одного изя. Пока что. Пока что, ну. Может, я еще. Может быть, он опять свал идет. Сидят на песочке, греются. А что мне еще делать? Опа, вон рыба всплавилась. А там култычок, слушай. Утки, 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 проститутки. Турпашки, турпаны. Оп, полетели. Здесь по полотам может схавать. Сразу. Все помаленьку. О, еще один. Да это они есть. Малька, жесть. Он возле берега плавится. Отпрыгивает. Выйдем, попробуем, пробьем. Конечно. Опа! Блин, на попера, прикинь, взял. Не знаю, рыба какая-то. Первый раз промазал, потом взял. Попер-то не игривый какой-то.
Вот это хорошо ходит. Есть, Витя, у меня поппера схватили. А-а-а, окунь. Красивая вообще поклевочка была. Нет. Красиво клюнул он. О, тут еще есть. От берега отошел. Блин, а? Я прокараулил. Оп, взял. Да ё-моё, что такое-то? Надо менять эту. Поппера этого. Пробовать на блёсинку. Смотри, блесну сразу взял. Не крупный, правда. О, вон щука, видал, какая огромная? Кулика или плисточку, что она там охотилась? Вот такого бы зрения не ловить. Ни одного. Кунёк мелкий. Надо будет обстрелять там бережок, подъехать. Может, хапнет хоть одна. Ага, на том берегу гоняет. Обедает? А? Обедает? Ужинает, вернее. Дело-то к вечеру уже. Ну что-то окуней-то здесь пристойных нету. А? Окуней нет пристойных. Да, кобылка хорошая была, да, там? О, бьет, бьет, бьет. Оп! Да ё-моё, не крупный он.
где в этом году обломались. Еще немножко. Сейчас поломлю зверей. Оп! О, это что-то более-менее существенное, что ли. О, хорошенький, ага. Пойдет. Забагрился. Резину не хочет. Поменяй что-нибудь, раз не хочет. Кто-то у меня взял, слушай, но это не щука. У меня тоже. Это ясь. И у тебя тоже? Угу. Тут же. А, нет, не показал. Под язычек. Весна просто тут идет. Она так еще и это, главное вертится, еще и когда плывет это. Там большая щука куда-то свалила. Не пойму, блесна то работает, то не работает. Непонятная вообще блесна. Тоже такое ощущение, как будто кто-то, а на самом деле не кто. Сорвалось, что ли? Блин, что-то хапнуло такое вообще здорово. Нет, что-то идет. Что-то прицепилось. Ясь. Смотри, такой тройник жирный хапнул. А сам не жирный, да? Угу. Только блесна упала, кто-то сразу прицепился. Да не, мелкая. Ясь, ага. Прям сразу на лету он ее схватил. Ящик. Ясь хватает, чуть-чуть нет. Перехлёстывается, видишь? Угу. Бешка тут идёт. Есть щука, Витя! Наконец-то, блин!
Стой, иди сюда. Витя, захвати щипцы. Заглотила. Смотри, что, ты видал какая? Ага. Что-то прищепило так и это. О, блесну погнул опять. Монстр глубин океана. Без удара прихватило. Блин, надо тут воблера, Витя, пробовать. Да? Да, у него несколько тройников. Надежней. Щука-то, щука-то есть, вышла на Енисей. А в Курье, смотри, вообще ноль. Вода, видишь, тут почистилась. Ниже ямы. Что, сейчас за вовлями пойдем? Надо было коробку с ними взять сюда. Все, один раз прихватило, больше не берет. Вон она гуляет. Или не она? А я подумаю, что там переводим? Че? Да. Опа! Смотри, вдалеке как взяла что-то. Прям мчится к берегу. Ага, точно, щука. Не. Ясь. Ему в лоб прям воткнулось. Да? Да. Сверху прям на него, видать, блесна упала. Вот там крупная щука выходила наверх. Прям четко плавилась. Я, наверное, до тут не дошвырну. Шлепками разозлить ее. Ну, елец ходит вдоль берега. Где-то там вот дальше. Он плюхает. Непонятно, щука, нет? Может, это крупный ясь плавился. Фиг его знает. Язёк. Тихо. Этого опять забагрило. Идет за блесной. Ези прогуливается. Видит, что большевато не берут. Чуть поменьше блесну, если поставить, можно езей потягать. О, опять бил. Почти на каждом забросе. Бьет. Сейчас посмотрим, как эта зеленая штучка на езя подействует. Ого, слушай, нормально летит. Рюкзачок-то тут не взяли. Мне показалось, щука стоит, смотри, вон, на тень. Тень от этого. Там шлепнуло. Где-то в районе лодки.
Помнишь, как он был? Эх, блин, выплюнул. Повешал колебалочку. Первая поклевка на нее была. Походу тоже ясь. Щуки никак нет больше. Ну, тут перед нами кто-то ходил, уже кидал. Так что мы... О, незималька гоняют. Мы сегодня здесь не первые. Ну и пусть себе, говорит, плывет железяка. Хей, вот это такая вот железная. Ну вот такой, друзья, сегодня улов. Бонусом небольшая щучка. И мы будем собираться домой. Так. Холодильник это уберем дело. А в завершение мы сегодня еще и искупаемся. Пока мама не видит. Мы посмотрим, как водичка. Прям хочется залезть в Енисей. Он уже вроде теплый. Аномальная жара. Ну вот мы на пляжу. Сейчас мы плюх-плюх. Возле бережку поплющимся. И убежим. Может, вообще быстро выскочим. Может, там холодно очень. Да? Насекомые нас грызут. Насекомые. Падлы. Да она холодная, слушай, Витя. Яйца ромбом встанут. Ё-моё. Что-то я уже не хочу купаться. Я Енисей не нагрелся нифига. Витя, что делать? Ё-моё! Не, холодно еще. Не, ну я все равно, конечно, окунусь. Сейчас маленько настроюсь. Не ледяная, конечно. Ну, блин, холодная. Чё, ура, ты иди в воду залазь. Я уже почти готов. Хотя бы тут по колено. Ну ладно, пошли. Ёпта! Витя, я, блин, в воде. GoPro, стоп видео. Ну вот и все, друзья. Как всегда, с вами был канал «Это не диалоги, а рыбалки». С вами был я, Костян, и Виктор, который еще там плюхается. Фух. Водичка, конечно, еще прохладная. Но уже купальный сезон открыли в конце лета. В конце июля. И всем не хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке. А нам надо срочно одеваться, пока нас не сожрали пауты. Все, до свидания, друзья.